сегодня воскресенье, хочешь верь или не верь. Так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам. А ты послушай Боба Уха и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин. Он называется Дом Дэнди. В нашем мире он один. А в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. Доброе утро, дорогие телезрители, в эфире передача «Мир Дэнди». Я надеюсь, что вы хорошо отметили Новый год и уже успели отойти от него. И если это так, то сохраняйте хорошее настроение, оставайтесь с нами и веселитесь. Поверьте, вы давно так не смеялись. Волшебство Вуду. А при чем тут Вуду? Притом. Magic people, voodoo people. И первая игра будет про тигра. Кстати, а вот его силуэт. А вот и название. Тайфу. А при чем тут тигр? В память о ушедшем 98-м годе тигра. Всех любителей единоборств, восточных единоборств, прошу к экрану. Не знаю, можно ли это назвать именно так, скорее это похоже на звериное единоборство, что не так уж и важно. Главным героем является тигр, животное отчаянное и очень опытное в искусстве драк. А, сюда говорить, да? Ага. И когда в Китае случается переполох, его охватывают полчища врагов, за помощью, как ни странно, обращаются именно к этому самому тигру. Мало того, что он смелый, так еще и отзывчивый, и отказать не смог. Тем более, что поразмять косточки он далеко не против. Что только не предстоит делать вашему герою. В каком смысле? Во-первых, это драться, бегать, прыгать, улыбаться. В общем, все прямо от экшен. Сам же процесс игры настолько интересен, что невозможно оторваться. Конечно, в этом есть участие комбо, которое выглядит не то чтобы красиво, а очень эффектно, сопровождаемое рычанием недружелюбного настроенного тигра. Зверя. В конце некоторых уровней вас ждет босс. Я бы на его месте не ждал бы. Осматривал удочки и канал в другой город, где нет такого тигра. Между прочим, врагов в игре предостаточно. Вообще, играя в тайфу, можно разрядиться и дать отдых мозгам. Нельзя, чтобы такое ценное лопнуло от перегрева. Заметно, что в игре использован новый движок. Так что график и звуковые эффекты, да, кстати, движок. FX 38 Alpha 29 Pro Action 3-го поколения. Так что график и звуковые эффекты превосходят все ожидания. Хотя лично у меня одно ожидание есть. Хочу вторую часть тайфу. Парад нашей программы. Не совсем новых игр, но по-нашему даже очень интересно. Это наши любимые игры. Это наш хит-парад. Пятое место — Armored Core 2. Симулятор боевого робота. Для него сегодня секреты. Четвертое место — Metal Gear Solid. Почему именно эта игра? Почему именно это место? Konami, ведь японская фирма. Тем более на двух дисках. В смысле фирма. Третье место. Tekken 3. Самая мирная драка, вы уж поверьте мне. Посмотрите, как они дружелюбно настроены. Здесь даже намека на драку нет. Лежат себе, загорают на солнышке. Второе место. Music. Здесь трется пластинка. И первое место.
Twisted Metal 2. Война на машинах продолжается! Внимание, внимание! В магазине Roll Sport появились лазерные указки различных видов с большим выбором насадок. Звезды, фигуры, твиксы и так далее в виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Roll Sport на улице Богдана Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. Ну что, Олег, все болеешь после Нового года. Да, все болит, и зуб болит, и вообще весь больной. Сейчас мы тебе сделаем укольчик. У меня есть лекарство лучше, это Замгоспиталь. 3 раза в день после еды. Вместо госпиталя вновь скопилась куча больных. Что же делать? А что и обычно? Будем лечить. Да не такая уж это и простая задача, с одной стороны. Особенно, если учесть те факты, что денег на постройку выделяют очень мало. Да тут еще и доктора, и другие работнички бастуют на маленькой зарплате. Да я бы им гроша ломаного не дал, дохлой мухи бы не выделил. Но ничего, не к таким условиям привыкали. И с чего можно начать в этом пустом захолустье? Конечно, посадим горшок с цветами посередине. Нет, есть дела и поважнее. Например, влепить кабинет общей диагностики, а рядом регистратуру. Но чего-то здесь не хватает. Люди начинают потихоньку подваливать, а удобств никаких. Да в таких условиях не то что вылечиться, еще больше заболеть можно. Чтобы этого не произошло, надо все время следить за происходящим. Побольше стульев возле кабинетов, все-таки горшок с цветами, автоматы с кока-колой. Естественно, батарейки, чтобы клиенты не промерзли, и огнетушитель для безопасности. А там уж можно и о другом позаботиться. О лабораториях, отделениях психиатрии, операционных, о туалетах, в конце концов. Самое главное. Кстати, если вы думаете, что игра совсем серьезная, и вам на первых минутах удастся заснуть, то это не так. Тут полно смешных ситуаций. Да и сам процесс лечения, и тот необычный. Если вы мечтали стать доктором, что ж, ваши мечты сбываются. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». А теперь мы подведем итоги прошлого конкурса. И выиграл в нем... Выиграла Алиева Ирина. Она собрала аж 4 платиновых ключа. Ирина, мы тебя поздравляем и предлагаем прийти в понедельник в магазин Roll Sport для получения приза. Какой приз? Любой диск на ее вкус. Приходи, будем тебя ждать. Только в магазине Roll Sport. Настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета, не бьются и не царапаются, абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности, они делают реальность лучше.
Фирменные очки Yubex в магазине Roll Sport. А сейчас вы узнаете о такой обалденной игре. Поверьте мне, если у вас дома есть игра Club Warriors 3, закиньте ее на самую дальнюю пыльную полку. Она вам больше не пригодится. Потому что сейчас вы узнаете об игре, которая превосходит Club Warriors по всем параметрам. Это Пси-Бадок. Последнее слово техники в мире компьютерных игр. Нет, это не Cool Borders. Это кое-что покруче. А точнее, это нечто совершенно другое. Действие происходит в будущем. У двух героев украли друзей. Причем всех. Меня удивляет, почему самих героев не украли. Также надо отметить, что сама игра сделана в мультяшном детском стиле. И полностью трехмерная. На так называемых сноубордах вы сможете выделывать такие трюки, которые не снились самому Cool Borders. Что только юные сноубордисты не вытворяют в воздухе и на земле. Крутятся, вертятся и так далее. Ну как раз-то это и является самым главным. Самое главное это то, что вы во время загрузки можете крестовиной джойстика крутить экран. Вот так-то. Но даже и это не самое главное. Во втором уровне над вашей головой будет летать пингвин, и чтобы он вас не задел, надо присесть. Вот это, дорогие мои телезрители, будет особенностью всех времен и поколений. Также во второй мир будет очень сложно попасть, так как вездесущие пингвины будут мешаться у вас под ногами. Также те же самые отбирают у вас звездочки, которые вы получаете именно за пингвинов. Да и вообще, кто это такие пингвины, а? Кто мне вообще этот листочек подсунул? Я это читать категорически отказываюсь. Ну, Олег, ну почитай, смотри, смотри. Вон горка, ну давай проедем и ты начнешь читать. Давай, раз, два, три. О, собрал золотые звездочки, читай. Ну ладно. Это хорошая игра с продвинутым сюжетом. А так как в игру включен новый движок FX39 Alpha 28 MG Turbo Projection 3-го поколения, графика и звуковые эффекты просто замечательные. Чтобы все подскользнулись на своих сноубордах. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня секреты будут для игры Piston Metal 3 и Armored Core 2 Проект Фантазма. Ну вот и все. Для начала Twisted Metal 3. Все секреты вводятся, как обычно, в режиме паролей. L1 квадрат, X, R1 старт, бессмертие. Вниз L1, вниз старт, треугольник. Противники не берут энергию. L1, R1, L1, R1, R1. Противники дерутся с друг другом в полную силу. Armored Core 2. Все секреты вводятся во время игры. Одновременно старт, нолик и X. Вид от первого лица. Одновременно старт, квадрат и треугольник, фиксированная камера. Кстати, очень даже забавно,